аргументов-то нет. Чего вы мне свою страну хаете? Мы не страну хаем. А что? Страну хаем. Ты сейчас, а что Навального хвалишь? Бурун, блядь. Коррупционер. А почему в тюрьме тогда не сидит? Да почему вот его не посадят? Ну, че? А почему не посадят? Ну а что вроде у него а не почему его не посадят? А что там? Слушай, я просто поражаюсь. Ты прокуратура должна посадить. Посадят? Что переживаешь? А Удальцова посадят? Скоро посадят? А почему скоро? Посадить его? Посадим? Что переживаешь? А ты почему не переживаешь? Я в чем? Вот я нормальный поклонник. И вот я хочу с такими, как вы, разобраться. Понимаешь, в хорошей стране живу. А в чем дело? Ну что, пойдем за угол, разберемся, да и решим проблемы. А? Что, тяжело? А что, руками что ли? Ну а что, руками, ногами? Надо за головой разбирать. Ну а что, ну головой могу шарахнуть, мне ходу больше. А? Политика закроется, работай головой. Да голова должна не только работать, она должна и барабанить. Голова, иди сюда. Вот о чем я говорю. Пойдем к этому, Николаю. Да, лучше к Николаю идите. Вот о чем, вы что собрались, молодые, что за страна хреновая, говно. Валите там, где лучше. Германию, брат, в чем? Ну а что? Ну а что он тебе плохого сделал лично? Ты сильный закон, ты его не знаешь. Ты вот в этих хуйне нашел, да, потом начнешь. Что ты там шепчешь-то? Поверни мне лицом. Че? Когда люди разговаривают, старше, ты повернись. Это раз, послушай. Я агрессивный. А ты отличаешь, допустим, родина, страна и государство. Конечно. Это одно и то же, нет? Конечно. Вот эти вот, ты не разбираешься. Вот клиент у вас новый. Ну, клиент? Конечно. Это как бы... Буянин что-то. Буянин. А что он делает? Правильно говорит. Ну, он хотел кого-то головой бить, там, за угол кого-то заводить. А что он не говорил, что ли? Он такое говорил только что. Бить он собрался кого-то. Он не собирался. Только что он говорил головой, сейчас пойдем за угол, тебе головой что-то бить. Читай, читай. Она нарушается, нет? Нет. А почему? Читай. Давай как на Украине, чем проблема? Пойдемте за угол, да разберемся. Ну а что, он не говорит, что ли? Я за это, что? Вот как долго доходит, мы сразу в кусты. В чем проблема-то, ребят? А? А что, а как должно выясняться? Ты выходишь, говоришь, он балдеж. Я говорю, нет, а ты говоришь, да, ребра. Пойдем поговорим. Ты говоришь, нет, это не пещерные люди. А? Это пещерные люди, выходили с дубинами там. А мы что, от пещеры далеко ушли, что ли? Нормальный министр, да, вы говорите, он коррупционер. Какой нормальный, блядь. Умным стань, горбон, потом гундить. Пиздец-то не хлеба русского. Конечно. А вы тут сидите, что, развернули, что? Где народ-то ваш? Что здесь проводит? Где народ? Здесь пацаны гуляющие. Вы посмотрите, кто пришел-то, компьютерщики. Сегодня уже губы синие уже, это. Он уже бешеный. Хай-то всегда легко. Вы работаете, ребята, вы езжайте на Дальний Восток, гектар земли возьмите. Ну и что, ты тоже езжай. Что ходишь? А что лучше? Ну лучше в Германию езжать туда, в Америку. А зачем? Мы не работаем, не нравится Германия. А что, плохо живешь? Вот тебе что не хватает? Скажи. Тебя беспокоится, смотрите, он премьер-министр страны, ты кто такой? Гражданин Российской Федерации. Да. Чего? Гражданин Российской Федерации. И что? И не вот так вот ходить, пойдем там, куда там. Че пойдем? Да я могу прямо на месте разобраться. Вообще жестко. Да надо ходить с пистолетом. А что пистолет, у меня руки, ноги есть. Ну да. Да зашибись, и вообще. С тремя, вот сколько вас, пятеро пошли, я один. Вопросов нет. Ну, и что? У меня есть знакомая, которая работает за 8 тысяч. Где знакомая? Ты сам туда сунься, что ты знакомый сдеваешься? Ну ты захуй, приди, воткнись. Я работаю в образовании, и знаешь, чё? Сколько там платят? Ну и что, уйди из образования. А куда? А кто тут? Куда? Иди бизнес организуй, корова хвост крути, ну живи, бля. А куда бизнесмен, если ты стоишь и уступаешь? А? У тебя денег много. Я спортсмен, жесткий. Ничего. Пойдем поговорим. А что ты иди? Ну, ну что, пошли еще. Вот вы такие все умные, да. Как-то контакты все пошли. А что контакты? Ну иди давай, что? Давай разбирайся. Че ты? Че? Стоишь здесь, пугаешь пацанов. Кого пугаешь? Ты пугаешь. Да. Кто не пугает? Слушай ты. Вот есть школа по рукопашному бою. Вот туда иди, Борис там. Ну а что мне идти-то? Ну а что? Ну что? Ну прыгай, Тарас, можешь, пошли? Куда пошли-то? Иди да разбирайся. За угол. А что за угол? Где полиция? Да, на провокаторы. Чего камера? Где полиция? Здесь вроде сзади кто-то стоял.
Что, что вот, товарищ, заберите его. Он, видите, провокацию. Видите, уже собрал. Что за власть? Вокруг себя собрал, стоит, орет. Вокруг себя он никого не... Как никого не собрал-то? Стоит, орет на всех тут. Угрожает там чем-то. Чем опять угрожает? Он только что же говорил, голову разобьет кому-то. Голову кидается, да? Ну и что? Смысл-то вас, от вас какой тогда? Видите, стоит, букует. Блин, ты орел. Ага. Орел. На пацанов накинул? Да нет, посмотри. Потом мне скажете, куда он пошел. Иди, иди. А то нашел пацанов пугать. Спортсмены.